Академии театрального искусства Елена Гарфун. Премию вручает заведующий кафедрой философии и истории Петербургской академии театрального искусства Георгий Александрович Праздник. Академия официально мы уже снова как премьер входит в Институт сценических искусств. Российский государственный институт сценических искусств. Это уже на наших афишах и документах. Я хотел тоже сказать несколько слов об Андрее. Это мое личное воспоминание, когда в сентябре 73-го года я пришел на Маховую, и когда я пришел на первую лекцию в этом вузе, я пришел на курс, на котором учился Андрей. Но потом эти отношения уже стали другими, скорее их можно дружескими было назвать. Мне очень дорог и очень близок этот человек, и, конечно, скорбь, память о нем останется навсегда. Но сегодня радостный день, и мне радостно, я с радостью откликнулся на просьбу Владимира Павловича, потому что обе эти книги я прочитал от корки до корки, и по поводу первой книги «Гений Смоктуновского» довольно пространно выступал на презентации ее в СТД. Я тогда сказал, помимо всяких восторженных слов, искренне восторженных слов, что жанр презентации вряд ли подходит для того, чтобы можно было хотя бы приблизительно рассказать, что из себя представляет эта книга, даже если суммировать все выступления. А вот что касается книги режиссуры Товстоногова, то вот эта фраза должна быть возведена в квадрат или в куб. Это замечательная, очень глубокая книга, и книга не похожая на другие работы о Георгии Александровиче. Я знаю книжку Раиса Моисеевна Беньяш, Юрия Сергеевича Рыбакова. Ничего подобного нет. Удивительно, первая часть, которая занимает половину книги, это не рассказ о спектаклях, а называется «Режиссерское мышление». Вот пока мы сидели сейчас с Еленой Иосифовной, я сказал, что вряд ли подходит это. А какое другое, я не знаю, но это Шиби. Это Товстоногов как человек, Товстоногов как политик, Товстоногов как гражданин. И тут же мизансцена Товстоногова. Вот. Это вот ничего подобного в работах о Товстоногове я не встречал. Это совершенно уникальная работа, и я думаю, что вы получите огромное удовольствие. Так же, как и вторая часть спектакля, где нет просто пересказа с одобрением того или другого спектакля. Вы входите в мир критики, в мир споров, дискуссий. Мне очень нравится одна особенность, которая есть и в той, и в другой книге. Обе книги лиричны, даже там, где нет «я». Но нигде нет захлёба, как часто бывает у автора, который вот поглощен своим предметом. Есть серьезный критический, аналитический взгляд. Я поздравляю всех нас с тем, что появились такие книги, и, конечно, поздравляю Елену Васильевну.
Елене Гарфункель за тонкое, глубокое исследование природы актерского и режиссерского таланта в книгах «Гений Смоктуновского» и режиссура Товстоногова. И, конечно, почетно. Спасибо. 164. Очень приятно и почетно оказаться в том списке, который Владимир Павлович оглашал вначале. То есть получить эту премию, профессиональную премию, это очень важно. И второе, конечно, премию имени Андрея Тулдеева. Мне кажется, что это был один из самых честных и ответственных актеров моего поколения. Особое удовольствие состоит в том, что вот эта церемония проходит здесь, в Театральном музее, где я проработала 17 лет. Правда, работала не на 6-м этаже. Ну, здесь, когда были костюмы, то работала. А вообще-то на 2-м и 3-м этаже. Ну и, наконец, то, что эту награду, тяжелую, надо сказать, мне вручает Георгий Александрович. И не только потому, что он, трудно здесь, поскольку он говорил комплименты, мне трудно говорить, что он хороший читатель, он читатель замечательный вообще-то. Но еще и потому, что он, вы знаете, человек не театровед, он не театровед, не режиссер. Он человек такого широкого кругозора, что получать от него какие-то рекомендации для меня, конечно, особенно дорого. Спасибо вам, Юрий Александрович. Спасибо вам. Эти 17 лет, когда Лена приходила в фонд, мы вспоминаем, вы знаете, такое ведь счастье, когда приходит человек с... Во-первых, она была очень... Была, она на самом деле веселый человек. И приходила она напевая. И ее живая реакция на все, что происходило, необыкновенно это украшало и делало эту жизнь какой-то интересной, нашу музейную жизнь. Я уж не говорю о том, что она бралась за самое... сложные, как теперь говорят, проекты, и блестяще их выполняла. И я всю жизнь, Лена, удивляюсь тому, что ты берешься за самое сложное. И как без напряжения, вот кажется, совершенно без напряжения ты приходишь к каким-то для меня совершенно удивительным результатам. Я просто благодарна судьбе, что она вот нас свела на те 17 лет, и на дальнейшее, когда мы виделись уже гораздо реже. Спасибо тебе. Чем дальше мы уходим по жизни в будущее, тем дальше нам судьба предсказывает обращаться в воспоминания, в прошлое. Не случайно мы собрались, мы ведь не предполагали, что у нас церемония будет происходить по линии, по сценарию сохранения корней традиции. Но не случайно, наверное, этот год – это год столетия Георгия Александровича. И чем дальше мы уходим от него, тем ближе и больше мы возвращаемся к нему. Это основа, это опора, это квалификация, это профессиональная этика, это то, что нам помогает сохраниться и выживать, и действительно что-то успеть еще творить. Георгий Александрович не всякого подпускал близко. Он работал с людьми весьма избирательно. Но выбрав человека, он доверял ему полностью. Наш следующий номинант
это один из таких необыкновенных людей. Смотрим на экран.